Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Tokem, и видеообзор удочка-держателя передвижного на электроз для удилища типа Light. Предназначен для удерживания удилищ во время движения лодки, подходит для бортов лодки любого диаметра. Сделано в России, компания Patriot. Итак, посмотрим, что же в данном держателе у нас такого особенного, чего нету у других держателей спиннингов. Ну, в первую очередь, это передвижной ликпас, который позволяет зафиксировать данный держатель для удочек на практически на любом диаметре баллона. Вот. Здесь находятся две пластиковые трубки. Тут прорезиненные набалдажники у них. Снизу, как видно, нет фиксаторов дополнительных спиннинга, чтобы он не проваливался. Вот. И немножко по его размерам. Внутренний диаметр получается у нас 3 сантиметра, длина 16,5, максимальная ширина у нас 20 сантиметров и максимальная глубина у нас получается 15,5 сантиметров. Площадка под ликпас у нас 9 сантиметров и возможность перемещения этого ликпаза на 3 сантиметра вперед и назад. Итак, понравился данный удочка-держатель, сделанный полностью в России. Можете оставлять заявку у нас на сайте, ссылочку вы найдете в конце видео, а также в описании к данному держателю спиннингов. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.